Всем здравствуйте, с вами Пика Плей. Давненько у меня видео не выйдет. Потише сделаем. Еще процент хватит. Давайте-ка мы сегодня такой эксперимент проведем. Он называется «Конечная сцена с вороном». С вороной. Вы видите, от этого хакера я ссылку в описании оставлю, если что, переходите. Виснуть будет полюбас. Запись идет. Хотите фокус? Сейчас, подождите. Смотрите, это наша Гренни. Я год-мод специально включил, чтобы она меня не убивала. Это наша Гренни. Ой, Спанч Боб Грэнни. В следующем видео я вам буду показывать, как пройти Грэнни с модом на экстриме. Вот сейчас мы быстренько игру пройдем. Нам и Грэнни не понадобится. Спаунер, Хаймер, еще кусачки, ну еще Бэллокей, по-моему, все пройдет. Ой, мастерки мы забыли. Пройдем на изи. Даже на мигрени. Готовим мастер кей. Сейчас, мастер кей. Где этот мастер кей? Я что, не могу вот найти. Бог. Где он? Е-мое, блин. Сейфки. Может, он в сейфе? Е-мое, блин, крайне. Кей. Мастер кей. Думаю, я что, потерял мастер кей? Тут мастерки. Я такой призываю. Вот он. Все, вот мы сбежали. Ой, не успел. Вот такая вот видео короткая. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Пегаплей. И всем пока!